Всем привет! Сейчас будет, я надеюсь, очень полезное видео для владельцев Redmi Note 9 Pro. Я им тоже удивляюсь. С недавних пор у меня есть вот глобалочка Redmi Note 9 Pro на 128 гигабайт серого цвета. В общем-то, ссылка будет в описании. Переходите, смотрите, где я покупал. Да и, в принципе, на все цены, если вас интересует, там все будет в описании. А также на тот продукт, который я сейчас покажу и что именно я буду делать с этим смартфоном. С коробки смартфон приходит уже с приклеенным стеклом, пленкой. Так вот, мне лично это не устраивает. То есть пленка, она достаточно паршивая. Нет, Xiaomi большое спасибо, что вы приклеили пленочку сюда. Это, конечно, хорошо. Она видна в районе камеры. Кстати, смотрите, обратите внимание, рядышком такая длиннющая царапина. Если бы это не было пленки этой, то вот эта длиннющая царапина, возможно, была бы на моем дисплее. Это видео еще к тому же для тех, кто не любит носить чехлы. Вот это комплектный чехол. Короче, мы сейчас полностью обклеим телефон с обоих сторон гидрогель-пленкой. Защитим его от царапин полностью. Можно будет носить без чехла и не бояться, что ваш смартфон поцарапается. Так вот, эта пленка, блин, зараза, она плохого качества. Лифопное покрытие на ней никакое. Палец просто чуть ли не скрипит, собирает много мусора. Отпечатки пальцев садятся. Просто ужас. Ну и неудобно играть в игры. Телефон нагревается, вы играете, пальцы руки потеют, впивается палец прямо вот в эту пленку. Блин, аж прямо надрывает здесь кожу, аж прямо больно. Короче, сейчас мы отрываем это все дело нахрен отсюда. Так, ладно, посмотрите, что у меня... Ай, блин, чуть не вылетел, зараза, а. Вот такой он мне раскрасочки серенькой, красивой. Ну там несколько раскрасок. Белая раскраска, есть синие раскраски. И вот такой вот серенький. Сейчас мы распакуем. Вот здесь вот находится гидрогель пленки. 9S написал. 9 Pro. Наоборот. Это для Note 9 Pro. Ну ладно, тут без разницы. 9S и 9 Pro абсолютно одинаковые болванки. Даже чехлы подходят прямо тютю в тютю. По отверстиям все сходится. А вообще одинаковые. 12 дней добиралась посылка. Вскрываем, смотрим, что там пришло. И приклеиваем. Я надеюсь, не порезал я пленки. Нифига себе. Короче, срочно приклейте эту заразу. На эту заразу. Пленочки защитные. Подпишитесь на канал. Скоро я еще покажу не только пленки, но и дешевые стекла защитные. Так, раз, два. 3, 4, два комплекта. Ух ты, нифига я заказал. Это два комплекта или там вот такой дешевый с двумя по два комплекта на заднюю передние стороны. Окей. Что у нас тут? О, смотрите-ка. Положил еще такой шпателек специальный. Хорошенький шпателек. А почему хорошенький? Да потому что у меня есть такой, смотрите-ка. Протиражки. Потому как у меня два комплекта, если у меня что-то не получится на камеру, я спокойненько потом переклею. Ну, вот у нас вот так выглядит пленка. Это на заднюю сторону. А ну-ка, давайте замерим сразу. Так, вот так мы ее кладем. Вот так. И приклеиваем. В чем плюс? Во-первых, можно носить без чехла. Во-вторых, вы можете приклеить ее, одеть чехол. И не бояться, что если вам какой-то мусор попадет между чехлом и смартфоном, то он там вам все расцарапает. Дело в том, что когда мусор попадает именно под чехол, в таком сценарии смартфон еще больше страдает, потому что эта хрень, вот это, что попало туда, эта мусоринка, она там катается, царапает бесконечно, в отличие от открытой конструкции без чехла. Так что имейте в виду, если носите, хотя бы, ну, блин, раз в неделю снимайте чехол, протирайте там все, сдувайте пыль. Так, вот так она будет, ёкарная бабай, она даже под немножко согнутая. Вот так это все приклеится, вот таким образом, ну ладно. Сначала мы приклеим спереди пленочку. Давайте переднюю пленочку. Где у нас передняя? Это задняя. Это тоже задняя. А вот две передние. Отлично. По-моему, все идеально просто. Отрываем. Когда вы чем-то поцарапали, это естественно в пленке, в пластике или в стекле. Просто вы удалили часть материала. Здесь этого не происходит. Здесь просто проминается, а потом выравнивается. В этом плюс, огромный плюс. Просто шикарный плюс. И еще эта пленка крайне незаметна на смартфоне. А что я протираю, идиот? Это же пленка, ее же надо сорвать. Ёкарный бабай. Пардон. Срываем.
Ну-ка. Как она приклеена? Посмотрим сейчас. Ох ты, красота! Ну, практически и протирать-то нечего будет. Пластиковая. А, именно пластик. Ничего особенного. Простая, дешманская, но, повторюсь, спасибо Xiaomi. Погнали протирать. Естественно, как всегда, говорю вам, пишите в комментариях, что у меня кривые руки, с какого аномального места они произрастают. Естественно, не скупитесь на слова. Вы-то лучше меня клеите, это 100%, я даже не сомневаюсь. Так что вперед, комментарии я очень ожидаю. Как я говорил, особо стараться не буду, но тем не менее стоит все-таки, если вы делаете, то делайте сразу как следует, чтобы никакой мусор, никакая пыль не оставалась. Потираем и приклеим. Харе! Так, иди сюда. Срываем четко серединку вот эту. Ну и наклеиваем. Ох, блин, под 45 градусов, ни хрена не вижу. Но вот это не обращайте внимания, тут еще защитная пленка сверху, которую после приклеивания надо удалять. Так, ни хрена не видно. Ну-ка. Так, совмещаю по камере, по центру. Так, и вот так. Ух ты, стоять. Прижимаем. Так, скосил. Да ёлы-палы, а. Не бойтесь, ее можно отрывать. Потом заново. Так. Ну. Блин, как же это неудобно одновременно. Опа. Так, проверяем. Не скосил ли я? Ну, в принципе, нормально. Неплохо. Пойдет. Так. Ну и разглаживаем. Так, вот пальцем ее нахрен. Можно взять шпателек, где он у меня? Фирменный шпателек, который мне подарили. И разглаживаем, чтобы не было пузырей. Да, еще, я не первый раз приклеиваю такую пленку, поэтому вам сразу сообщаю. Если там какие-то маленькие пузырики потом все же остаются, ничего. Ведь что такое? Что-то творилось. Нормально вообще. Ничего страшного. Абсолютно. Дело в том, что они постепенно там в игру поиграете, телефон нагрелся, и они. Так, это я не то оторвал. Ёкарный ты бабай. Вот так надо делать. Телефон нагревается, и все эти пузыри сами потом выходят. Так, сейчас мне понадобится шпателек. Иди-ка сюда. И погнали вот так вот. Не спеша. Прижимаем и идем, чтобы никакие пузыри там не остались. Опа! Так, выгоняем, что там еще есть. Достаточно. Переворачиваем. Поднимаем теперь эту сторону. Блин, вот все-таки там пыль остается, зараза. Потому как на самой пленке пыль. Вот так. Отрываем защитку. Можно даже вот так еще удерживать. И снова погнали. Готово. Срочно, прямо срочником приклеивайте эту защиту, если хотите потом выгодно продать телефон на вторичке. Да или просто, чтобы не царапался. Эта пленка вообще не видна потом, абсолютно. А заднюю крышку бережет. Можете вообще не носить чехлы. Смотрите. Вот так сейчас выглядит телефон. С такими капельками. Сухостой. Сухой проходим. Тщательно. Так. Если у вас есть тряпочка микрофибра своя собственная, это будет даже лучше. Все же комплектные тряпки, они как бы не очень. Такие, знаете, с какого-то материала непонятного. Срываем эту защитку. И накидываем. Блин, опять там пыль легла. Фу! Кыш! Совмещаем вот таким образом, чтобы все было четко
по камерам. А ну-ка, сейчас прям не четко было. А вот теперь четко. Кладем. Слушайте, можно было пониже даже спуститься. А ну-ка. Вот так. Так. Вот так. Ну, пожалуй, вот так вот пойдет. Неплохо. Фиксируем. Шпателек снова. Пожалуй, возьму свой. Он более мягкий. Тут у нас каркас лодочкой, поэтому нам придется вот так вот еще обгибать пальцами. Вот таким образом. Далее. По стандарту. Идем следующим образом. Поднимаем, как в прошлый раз. Далее берем за эту пленочку. Главное не прикасаться к самой пленке, а то как-нибудь пыль, грязь может прилипнуть. Проводим. Вот так. Потом тряпкой проходим. Повторяем операцию. Но здесь камера, она немножко нам сделает не по плану. Ну, в принципе, осталось только вот так вот еще пройти, чтобы уж точно. И посмотреть, что у нас вышло. Телефон сейчас выглядит следующим образом. Еще защитная пленка у меня сверху. Надрываем. Смотрите. О, шикарно, вообще шикарно. И с задней стороны. Вот, 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 отходит. Так. Пузырь сделал, пока надрывал, а? Ладно. Мы это все дело исправим. Пластик выбрасываем. Пузырь этот сгоняем. Теперь можно носить смартфон без чехла. Единственное, что, конечно, края открыты пластиковые. Стекло с обоих сторон защищено. Пальчик скользит, царапины на нем практически вообще не остаются. Только лишь вмятины, которые самовыравниваются. Ну и можно носить телефон вообще без чехла. Не носить чехлы. Если кто вот искал именно решение подходящее, но при этом не хотел попортить телефон в первый же месяц, пожалуйста, рекомендую. Вот есть такой лайфхак. Так что ссылки в описании. Очень дешевый продукт. Крайне дешевый. Они стоят просто сущие копейки. Я надеюсь, видео вам пригодилось. А если пригодилось, то поставьте палец вверх. До новых встреч.